Мы живем в Германии. Здесь узаконены однополые браки. Теперь на государственном уровне им разрешили усыновлять детей. Однополым в браке живущим можно усыновлять детей. У нас растут дети и внуки, которые все это видят. Живут в Германии люди. В школе им говорят, что однополые браки – явление нормальное. Что делать? Как оградить детей от этого непотребства? Стоит ли возвращаться на родину, в Россию? Очень хороший вопрос и очень хороший смысл, почему этот вопрос у людей есть. В Германии или где ли однополые браки? А я скажу еще, кроме этого, другое, что может быть. Мало ли что может быть вообще. Но люди говорят не о себе, а о детях, которым вдавливают в мозги, что это нормальное явление. Ну да. У нас модно стало из экрана в телевизор матюками кидаться. Через это зомбируют. Это нормально. У нас, не в Германии, у нас, открыто говорят, какая-то бабушка вновь вышла замуж за ребенка. А она на сцене блистает много лет. Она почти за малолетку замуж вышла петь. 149-й раз по счету. И все говорят, какая умница, молодец, смотри-ка. У нас одна из тем обсуждений, кто там в бизнесах, там, кто там в шоу, кто там в командирах наш человек, поскольку раз замуж уходит и женится. Там просто не успеваешь считать. И это тоже стало как бы нормальным явлением. Как бы нормальным. У нас есть закон узаконенный, когда регистрируют разводы. То есть это законное явление, развод, получается, так. У нас не меньше, чем в Германии дерьма всякого. Мы сказали про аборты, детоубийства. Где их делают? Кто их делает? В официальных государственных заведениях, больницах. Официальные люди получают зарплаты из казны. Куда мы все платим налоги, чтобы этих убийц было на что содержать. Так что Германия не хуже России нисколько. Кто хочет ехать в Россию, готовить к другим испытаниям. Но наши дети стоят того, чтобы им говорили правду, чтобы эта грязь их не коснулась. Поэтому у кого есть, поступите по слову пророка Моисея, который сказал так: «Отлучитесь от среды их и к нечистоте не прикасайтесь, тогда приму вас». Я вам скажу, как бы чуть в сторону, скажу. Вот у нас здесь на Болдовской земле, в силу особенности нашей земли и особого присутствия благодати Божией, совершается сейчас дело, которое не имеет никакого аналога и ни сравнения нигде. У нас созидается православная община, то есть строится поселение строго православно живущих людей. Не мечтающих о православии, а живущих православно. Пока критерий отбора такой. Живущих в первом и единственном браке. Никаких двоебрачных, никаких прочих беспутств. Нет. Я не хочу оскорбить того, кто, например, женился, который разошелся, Бога не знал. Сейчас Бог узнал, вступил в брак, попутно, венчан. Я не осуждаю таких людей ни в коем случае. И живущие в одном браке, это не значит, что все там идеально. Я понимаю, что говорю. Но должен быть эталон. Должны быть образцы, на которые нужно равняться. Так вот, поселение, в котором фонд благотворительный, который в Болгаре есть, бесплатно им строит дома двухэтажные на 180 квадратов со всеми удобствами. Вот сейчас им, этим семьям, 5 первых семей, подарили по 80 тысяч, чтобы купили себе бытовую технику. Перед этим их отправили отдохнуть в Абхазию с детьми. Вот такие вещи. Для путных-то не жалко. Так вот, поселение, 5 первых семей, а вообще там проект землю сейчас передают, около 40 семей получится. С инфраструктурой экономической, с церковью своей, естественно. С общинным домом, где будут собираться только исключительно, кто имеет долг за всех отвечать, то есть мужчины, которые будут работать, ни одна женщина работать не будет. Она будет делать то, что ее мужчина никто не заменит, быть мамой в полном смысле этого слова. Туда принимаются только тех, у которых двое детей и больше. Только у двое детей и больше. Которые осознают свой родительский долг через это. Например, это не значит, что другие плохие, повторяюсь. Но должны быть эталоны, должно быть ориентиры, на которые равняться. Они необходимы.
И вот такое впечатление создается. Поэтому, а для чего это делают? Вот недавно, когда там на этот феномен приехал посмотреть человек, я назову должность, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан. Недавно был. И этот человек спросил у одного из глав семей: а что вы когда, вы откуда приехали? Говорит, из Марий-Эл, из Марийской. У вас там ничего не было? Говорит, там было все. И квартиры, и души, и машины, и работа, и все было. Почему сюда приехали? Что вас заставило сюда приехать? Спрашивает его. Он говорит, дети. Вопрос наш. Дети. Я хочу, чтобы мои дети жили не в разлагающейся гнилостной среде, а в нормальных православных условиях. И при этом сказал человеку, а человек, который должность назвал, этот человек был когда-то учителем. Говорит, вы же знаете, чему в школах учат? А мы знаем, чему школу учат. Учителя и не учителя тоже, ученики, дружку, тоже знают, чему учат. Поэтому там будет совершенно вот это уникальное явление. И таких явлений можно сделать очень много. Искать, а сейчас по интернету, единомысленных, вместе отдельно селиться, я не говорю, что всем это надо. Все мы не пойдут, всем и не надо. Но кто понял, как это важно, это несложно. Это несложно. Если кто-то не знает, как это делать, ко мне обратитесь, я научу. Мы с вами отдельно встретимся, покажем, что мы делаем, вам всем покажем. Примем, накормим, напоим, спать уложим, в бане вымоем. Все расскажем, покажем, и потом будем с вами сотрудничать, работать, и будем помогать вам такое сделать. У нас есть возможности и ресурсы. А с вами будет еще больше. Но кто осознал ответственность за детей, просто сетовать и плакать мало. Надо действовать. Да, молиться обязательно и действовать тоже. Я предложил не всем, но кто понимает, насколько это серьезно, отлучиться от среды гниения и гнили не прикасаться и начать жить нормальной человечьей христианской жизнью. Я бы предложил. Возможно, так таки сейчас очень много в разных формах. Только таких единиц желающих, даже сегодня присутствующих, может, человек 2-3 можно найти все на все. С такими, я повторюсь, мы готовы лично поговорить. С каждым. Но таких мало. Таких мало. Нет, пожалуйста, все, пожалуйста, а что-то делать единицы.